Здравствуйте! Хорошо. Я думаю, что вы меня помните. Девушка, которая к вам прочитала Высоцкого в прошлом видео. И вот я хотела еще другое сделать. И я очень-очень благодарна к людям, которые сказали хорошие вещи про прошлое видео, не глядя на факт, что я еще не так хорошо говорю на русском. Ну, а это другое дело. Ой, только дополнила, для всех, кто спрашивали, волосы в прошлом видео были мокрые. Они были мытые, но они были мокрые. Хорошо? Хорошо. В этот раз я хотела к вам спеть песню. Значит, мы посмотрим, как это пройдет. Хорошо. Володя Высоцкий, песня «Корабли». Корабли постоят и ложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоды, не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода. Я, конечно, вернусь без друзья и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется думать, что это не так, что обжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь без друзья и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь без друзья и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Вот чтобы я могла гитару играть. Это было бы немножко получше. Ну, хорошо, я спела. Скажите, что вы думали об этом. И если вы бы хотели, чтобы я сделала еще один видео в дальнее время, тогда скажите, что вы бы хотели мне прочитать. Может, не Высоцкого, может, еще другую песню, другой артист, поэт. Поэт может, части из книги. Мне все это есть. Значит, скажи мне вопросы и так далее. Значит, спасибо для вашей... спасибо. До свидания.